Итак, всем привет, с вами Ёжик, и сегодня у нас обзорчик на еще одну карту в Майнкрафте. Это уже третья по счету карта в Майнкрафте. Кстати, я обещала вам сделать два или три этих выпуска по Буксингемскому дворцу, но навряд ли у меня получится это сделать в ближнем времени. Может быть, в дальнейшем мне это получится. А сейчас это не выходит, там из-за проблем с картой. Ну ладно, давайте пока смотрим эту карту. Так, у нас будет сегодня обзор вот на эту вот. Вот этот дом. Такой дом. Типа коттеджа, наверное. Да, больше это похоже на коттедж. Так, а вот вообще как он выглядит. Вот он начинается, как бы, наверное, вроде бы здесь он начинается, да. Вот. А вот тут стоит дерево. Вот тут такой вот. Вот тут сейчас такой вот вход. Так, вот такой вот вход. Тут у нас все посажено. Так, посажено тут. Красиво. Тут деревья стоят у нас. Вот это я не знаю, что. Тут и тут тоже огромное дерево. Вот огромнейшее дерево просто. И вот еще дерево с чем-то. Это тоже дерево с чем-то. Это с яблоками дерево. Это с яблоками. Это с грушами. Ну, в общем, не важно, с чем это деревья. А давайте посмотрим вообще дом. Так, вот тут у нас вот такая вот крыша сделана, крыша вот таким вот образом, довольно-таки красиво смотрится, да. Так, вот тут у нас типа трубы, наверное, так, что у нас тут? У нас вот тут вот так сделано прикольно, нормально. И, в общем, давайте к нему зайдем, как заходит хозяин, вот так вот, тут табличка. А пью что-то, короче, что за таблички. Так, стоп. Ну что, давайте зайдем в него. Так, идем мы вот так вот, ну, если пешком шли. Вот такой вот у нас, типа, вход такой вот нормальный. А, и тут у нас встречается... Так, тут у нас такой вот как бы пол, вот так вот сделанный. В стиле шахматный пол как бы. И тут вот первая комната. Первая комната сделана... из дивана, и что это, не знаю, зачем это. Тут книги, наверное, когда хозяин отдыхает. Так вот, так, что это за механизм какой-то, который нифига не работает. Вот так вот, то диван, как бы посидеть, просто отдохнуть. Так, еще вот тут, так. Возможно, это камин. Нет, это просто комнатка. Чтобы отдыхать хозяину. Вот тут. Тут у нас идет что? Идет тоже такой стол большой. Вот так вот. Может усидеть. Я сюда там что-нибудь там, не знаю, болтать, сидеть там всей семьей. Вот так это выглядит. Вот так. Так это выглядит вот у нас со стороны. Довольно-таки. Кстати, большие эти там кресла. Так. Тут у нас еще одна комнатка. В этой комнате у нас что находится? У нас тут находится... Так, тут у нас ничего не находится. Нет. Да, тут у нас ничего не находится. Просто комнатка. Вот такая вот у нас комнатка. Можно здесь что-нибудь поставить. Так, вот тут у нас еще одна комната. В этой комнате у нас как бы спальня. Вот, подушки. Тут диванчик. А тут у нас, я не знаю, зачем это. Тут кнопочки стоят. Ну, это для... украшения просто. И тут тоже кнопочки. Так, вот выходим мы отсюда. Идем вот сюда вот. Так, и тут у нас основная комната. Прихожая кончилась. Так, все, короче. Вот тут у нас стоит тоже столик. А тут у нас стоит такие, типа, кроватки небольшие. Сюда заходим. Тут у нас стоит, кстати, может очаровать. Тут книги стоят. Вот тут книги можно чем-то. Давайте очаровать кто-нибудь можно. Тут еще одна кроватка. Вот у нас этот диван. Так, в этой комнате у нас что? Тоже диван и как бы стол. Просто стол. Так, тут у нас комната из... Не сделали прикольно, конечно. Так, как бы, не знаю, зачем это. Типа, может быть, возможно, типа кухня это. Или еще чего-то. Ну, типа этого, посидеть. Так, можно тут тоже сесть. Так вот сидеть-то. Здесь, короче, и сидеть тут. Так, еще у нас есть вот эта комната. Она у нас тоже такая большая, просторная. Тут у нас должен гореть камин. Но он уже перестал.
гореть камин. А вот, можно ли это делать, сила, что-то тут, короче, тут надо что-то делать, я не знаю. А вот, в общем, тут должен гореть камин. Так. А, так, тут у нас, что за комната? Тут у нас пустая комната, как бы тут надо что-нибудь просто перестроить. Хозяин не знает, что здесь перестроить, но сам перестроить, типа, на строил комнату, не достроил. Так, далее. Тут у нас такая вот фигня, тут что-то за фигня, короче, какая-то, я не знаю, зачем это вообще, зачем это просто стоит. Так, тут у нас, тут вообще дома много диванчиков, тут у нас тоже какая-то фигня, короче. Тут у нас есть еще второй этаж, заходим на второй этаж. Давайте быстро пройдем его. Вот такой вот у нас этаж. Тут все всякие фигнюшки там, короче. Вот так вот. Так, что у нас еще? Тут у нас такая комнатка. Вообще, я не знаю, для чего вообще что-то здесь творится, я не знаю. В этих комнатках еще комнатка, а в этих комнатах бессмысленная комната. Что-то подвал? Не подвал, а... Типа какая-то фигня. А, вот тут у нас находится как бы туалет. Тут у нас умывальник, но он не работает. А, и все, да. Все. Так, выходим сюда. Идем сюда. Тут у нас тоже должен гореть камин. А чтобы мы в этой комнате были. В общем, все. Думаю, на этом заканчивать. Давайте. Тут еще у нас что? Что у нас это? А, то стекла, и выходим, короче. Вообще смотрит дом вот так вот. Большой, сразу видно то, что внутри он большой, просторный, и комнаты будут запутаны вообще. Так, и... Ну что, сейчас-то посмотрим еще. Стоп, сейчас. Ну что, всем спасибо за просмотр, с вами был Ёжик, всем пока.